Переговоры между Израилем и Хамас о новой сделке по обмену удерживаемых боевиками заложников на палестинских заключенных могут начаться на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на палестинский источник, который отмечает, что Хамас требует полного прекращения огня и не закрывает двери для гуманитарного перемирия на новых условиях. Израиль тем временем продолжает военную операцию в секторе Газа, нанося удары по инфраструктуре боевиков и отвергает призывы ряда стран и международных организаций о свертывании наступления. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома накануне заявил, что США встревожены информацией о применении Израилем американских боеприпасов с белым фосфором. And obviously, any time that we provide items like white phosphorus to another military, it is with the full expectation that it'll be used in keeping with those legitimate purposes. По словам Кирби, США активно работают над возобновлением гуманитарных пауз, но возражают против полного перемирия, которое сохранило бы за Хамас контроль над сектором Газа. Объемы помощи, которые поступают в Газу после окончания перемирия, сократились в 5 раз.